Мы на месте. Мы приветствуем Викторию. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит. Я даю команду на 3. Сканер сканирует пространство над ее головой, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Система тонких тел Виктории находит все. Интересный экземпляр. У нее вибрации очень интересные. Какие? Она как черно-белая посередине. Ее то туда, то сюда кидает. Хорошо. Но я вижу, кто она. Дойдем до конца, если сама откроется. Хорошо. Несмотря на все это, у нее чистые такие энергии. Добрые, я бы сказала. Ну и куча интерферентов. А куда же без них? Поехали. Спрут. Лизард. О, лизард. Это опасная сущность. Дальше. Гуманоид. Гуманоид. Инкуб. Ну, здесь кто-то бьется у нас в истерике. Волосатый. Демоняка, я тебя сейчас сожгу, если ты сейчас не остановишься. Да, он. 12. 12-герцовый. Хорошо. 5 под ключи, как я и говорил. Хорошо. Че ты в истерике бьешься-то, демоняка, а? Пришло время. Пришло. И ты знаешь, как пришло? Она сильная. Он к ней привязан. И не он уже ей управляет, а она им. И он это знает. Хорошо. Я полагаю, демон сам хотел уйти, да? Но синхронизированно не может? А получается, он дергал за веревки, а теперь она его дергает. И ему плохо от этого. Энергиями жгет она его. Не может, да, уйти. Какие сильные энергии, молодец. Хорошо, демон. Будем разбираться. Итак, все знают, где они находятся. У меня вопрос, гуманоид, откуда ты? Орион. Подожди. Орион? Я знаю. Ловец душ? Ловец душ. Сколько находишься в этом биополе? 7 лет. Хорошо. Инкуб, сколько ты находишься в этом биополе? 1 год и 2 месяца. Хорошо. Демон, сколько ты находишься в биополе? Мы давно дружим. 10 лет уже. Ну, это пора тебе уже новые места осваивать. Хорошо, лизард, сколько ты находишься в этом биополе? 13 лет. 13 лет. Ух ты. Спрут, сколько ты находишься в этом биополе? 4 года. Хорошо. Я говорю сразу, у нас сегодня есть задание чистить и квартиру, где живет Виктория. Кто из вас присутствует в квартире? Спрут присутствует. Значит, я тогда спрута после чистки отправлю в квартиру. Когда он все заберет, он за это время соберет все в этой квартире и будет дожидаться, пока мы придем и откроем ему портал. Придем мы минут через 20, откроем ему портал, и он может забрать все, что он оставил в этом доме. Спруту понятно? Да, понятно. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Виктории спроецировать все энергетические сферы. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. И я даю команду сканеру. На счет 3 сканер сканирует Викторию и отключает полностью установку гуманоида на его частоте. 1, 2, 3. И все это выходит, отправляется в соседнюю клетку-тюрьму вместе с конструкцией. Знаешь, как колба такая конструкция вышла? Вышла. Да. Хорошо. Что идет в конструкцию, посмотри, Вера. Чужеродная энергия идет. Он у нее забирал родные энергии потихоньку, втихаря, так помаленьку, маленькими дозами и наполнял чужеродными. А подожди, у лизарда есть какая-то, как, ну, я бы сказала, стрела. У лизарда стрела? Да, он как жаба с этой стрелой сидит. Лизард, что это такое? Тебе засунуть эту стрелу сейчас? Он ей выстреливал. Ты ей выстреливал? В мужчин и притягивал их, чтобы подсосать энергии с нее и с него и взвинтить эмоции. Это не связано случайно с одним определенным мужчиной, после которого она чувствует себя не совсем хорошо? Но на данный момент связан с ним. Понятно. И как мы будем с тобой решать этот вопрос? Нас не устраивает этот вариант. Отключу. Ну, у тебя 2 варианта. Или ты это отключишь, или я тебя уничтожу. Все просто. И расскажешь мне еще все, как действовало. 13 лет, лизард, это огромнейшее, массивное воздействие. По идее, я тебя должен был сдать в межгалактическую полицию. Забери у него эту стрелу.
Стрела уходит в соседнюю клетку. Смотри, как это вообще, как у нее все это действует, а они это усугубляют. Давай. Как я уже сказала, на две части разделена, черная и белая. То есть она как может быть в плохую сторону уйти, так и в хорошую. Это будет зависеть от того, кто у нее рядом, какие знания дает, с кем она общается, и какой образ жизни ведет. То есть Лизард своей стрелой притягивал к ней то, что ему нужно, это эмоции, всплески. То есть он притягивал ей людей, с которыми она могла скандалить. Это его устраивало. Понятно. Это очень многое объясняет. Также все другие. Демон тянул ее в свою сторону. Ну а гуманоид в это время забирал ее родные энергии. Хорошо, гуманоид. Ты забирал также частички ДНК, биоматериал? Нет, только энергии. Реверс закончился. Хорошо, установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Виктория забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Но у нее родные энергии, это есть частички души, которые он воровал потихоньку. Вместе они возвращаются. Я тоже вижу какие-то энергии. Они белые, у нее как искры, вот эти частички души. Знаешь, к ней возвращаются эти энергии. Да. И у нее нет больше такого посередине четкой линии черного и белого. У нее белое начинает переполнять черное. Отлично. Значит, все правильно делаем. Закончился реверс. Тогда начинаем с спрута. Спрут, выходи. Отключайся полностью и возвращайся в клетку тюрьму. Приступай. Он на голове сидел, да, Вера? Он на голове, у нее каша такая в голове. Она иногда не могла принимать правильные решения, потому что додумать не могла. У нее концентрация терялась из-за этого. Вот, это четкой вот здесь линии не было. Ну, стрелок Лизард. Я еще не видел Лизарда со стрелой. А ты понимал, что этим оказывал Лизард на нее массивное воздействие? Или у тебя нет такого понимания? Но он возбуждал в ней эмоции, крики. То есть ты был ответственный или демон был ответственный за мужчин в доме ее? Тех, кто приходил, тех, кто появлялся последние 13 лет. Ты их притягивал, Лизард? Лизард, пьем. Ты посмотри. Так, там не только мужчины, вообще окружение, она скандалила. Хорошо, Лизард, я надеюсь, ты понимаешь, что я тебя отпущу только тогда, когда ты со всех вытащишь это все, что ты оставил свои стрелы. А он вытаскивал. Вытаскивал, да? То есть вытаскивал, потому что она все-таки сильнее, она разрывала отношения. Но он находил других. Представляешь, сколько семей таких, которые Лизарды на земле создали. А мы потом удивляемся, как люди диаметрально противоположные встречаются, что не могут иметь общего. А оказывается, вот так они могут это делать. Спрут вытащил. Хорошо. Давай, Лизард, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в биополе. Отсасывай всю свою энергию, свою жидкость. И хоть микрон там останется, я предупреждаю, сегодня будет проверка проведена, несколько миллионов герц. Или кто-то забудет, или оставит. Специально или не специально, он сгорит в этой клетке тюрьме по каналам. Поэтому ничего не забывай. Сердечная чакра. Да, у нее там любимое место, гнездо, сердечная чакра. Как она ощущала твое присутствие? В виде тяжести в груди? Тоски. Тоска. Вот. Ну, это чувство щемящее. Тоска, которая, да, сосет. Вот. Да, сосущая такая есть. Вот это он и отсосал. Или же перевозбуждение сильное. Понятно. То есть от глубокой тоски до сильной высокой радости, так? Диапазон. Ну, это могла быть не просто радость, это был всплеск эмоций каких-то. Короткий всплеск, понял. Ему достаточно. Не обязательно радости, это могло быть злость, ненависть. Любых эмоций. Хорошо. Ждем, пока он вытащит. Достался. Хорошо. Ты пропадаешь время от времени. Хорошо. Гуманоиду выходить не надо, гуманоид. Просмотри. Что у тебя там осталось еще? Осталось ли что-то? Нет, у него вышло все. Значит, все правильно сделали. Инкуб, выходи, вытаскивай все свои ленточки, отключайся полностью на ошейнике. Что у него, что он установил, посмотри. Вот он у него в области живота спал. Желто-оранжевая чакра. Как она ощущала твое присутствие, инкуб? Беспокойство, желание, тяжесть внизу живота.
сексуальное желание. Понятно. То есть ты отлично работал в паре с Лизардом. Этот женихов поставлял, а ты еще вытаскивал все, что можно. Правильно я понимаю, Инкуб? Но он больше желание. Больше желания. Хорошо. Поехали дальше. Демон, выходи. Отключайся полностью. Рассказывай, где что стояло. Гири стояли. Гири. Хорошо, снимай гири. Веревки к рукам и ногам. Это понятно. За них дергал. А еще есть что? Качельки твои, носочки, сапоги. У него носки, Ирка, к рукавице, и от них вот эти веревки. То есть у него ладошки темные полностью. Он снимает. Скажи-ка мне, демон, есть лярвы в биополе Виктории? Язык. Много ругается. Ты хочешь меня... Или ругалась. Ты хочешь меня спросить, отдам я тебе эти лярвы или нет? Ну, он бы забрал. Хорошо. Сначала собери все, что я оставил, и на месте доложи мне, что ты закончил, и тогда я тебе дам отдельную команду. Он забрал. Хорошо, демон, разрешаю тебе забрать, вытащи все лярвы, ничего не забывая, приступай. И возвращайся назад. Забрал. Все, у нас все забрали. Даю команду на рассинхронизацию Виктории, синхронизация до 100%. Готово. Хорошо, включаем внутренний белосвет Виктории 1, 2, 3. Этим внутренним белосветом Виктория выдаляет из всех своих 7 тонких тел все негативные патогены и низковибрационные остаточные энергии, находящиеся на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Пошел свет. Свет выдавливает эти энергии, они формируются в шар. Небольшой шар. Все забрали. Открывая портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Этот шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, Спрут. Буду тебя сейчас отпускать в квартиру Виктории. У тебя есть 20 минут, 20-30 минут. И после этого, я тебе уже сказал, что сделать, собери все, чтобы твоего следа там не было, и я тебе открою порталы. Все понятно? Понятно. Открываю портал в квартиру Виктории. 1, 2, 3. И Спрут уходит в этот портал, дожидается нас. Закрываю, печатаю, растворяй. Готово. Лизард, для тебя существует запрет в этом биополе. Ты больше никогда сюда не придешь, если ты не хочешь отправиться к горской пепла на свою чистоту. Тебе это понятно? Понятно. Обходи старый ноль. Да, он понял. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда. 1, 2, 3. И Лизард уходит на свою частоту, забирает все, что с собой принес. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Инкуб, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Ли, посмотри, пожалуйста, гуманоид Орион 7 лет и конструкция у меня. Если для тебя интерес представляет, я не могу дальше видеть. Я хотел отпускать. Нет, заберем. Хорошо. Благодарю тебя. Конструкцию уничтожай. Под конструкцией открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Конструкция уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Так, у нас демон еще остался. Демон, скажи, а ты знал, что мы придем? Ты знаешь, ты знал, что она на чистку собралась? Да. А ты слышал, когда она слушала наши сеансы? Ты знал об этом всем, да? То, что мы делаем, и то, что ты рано или поздно сюда попадешь? Как можно позже. Ладно, хорошо, ты не обманул меня. Хочешь получить эмоциональный фантом в дорогу? Да, с удовольствием. Выходит эмоциональный фантом Виктории, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию, проецируется на эмоциональном фантоме. У меня очень много всего вышло. Хорошо, Виктория, эти все энергии, это вы сами их произвели. Все, что я перечислил, как раз вы пережили. Вы готовы избавиться от этих энергий? Да, с удовольствием избавлюсь. Сворачиваете энергии в шар. Демон забираешь? Ждет он. Отправляя демону. Он чешется от радости.
Чуть громче говорили, микрофон поправь. Он чешется, живот чешется. Хорошо, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона 1, 2, 3. И демон забирает все, что с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяясь до огненной пентаграммы. Знаешь, от него информация идет, когда ты все это говорил. Да. Что для него вот эти собранные энергии, да, вместе, когда они, которые он получает, это как какое-то наркотическое опьянение для человека, когда вот он, ну, любое... Он кайфует просто, да? Любое, да, как опьянение или еще что-то для него. Видели часто, мы видели такое. Наполнение. Да? Значит, накрыли поляну, демоняки. Все, ушел, да? Да. Хорошо. Так, клетка пустая, посмотри, пожалуйста. Стрела есть. Открывая под стрелой портал в галактическое ядро 1, 2, 3, стрела уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Поехали по частотам. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Виктория должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да. Я говорю вслух, и тонкая копия повторяет за мной. Я вызываю все с контрактом и договорам. Договора выходят, активные подсвечиваются. Но не с демоном. Ах, это же контракт. С демоном заключила контракт. Понятно. Ну вот, конечно, да, алкоголь это 100% контракт. Мы и говорили. Виктория, мы дошли до этого пункта. Расторжение контракта с демоном. Вы понимаете, как далеко вы зашли? Понимаю. Отлично. Я говорю вслух, а вы повторяете за мной. С моими энергиями. 1, 2, 3. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Да, есть энергия. Конечно, есть. Готово. Открывается портал в галактическое ядро, и все аннулированные контракты уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Аннулировано. Готово. Переходим к процессу активации и идентификации души. На счет 3 запускаем процесс активации и идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Она раскрылась, крылья у нее. Ангел. Хорошо. Идем дальше. Пусть тонкая копия Виктории вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 600. 600. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Виктории до числового значения 600 Гц. Пошел подъем. Душевное спокойствие и баланс внутри, когда ее никуда не бросает, ни вверх, ни вниз. Это самое лучшее состояние для нее. Готово. У нас в комнате кто-то. Я знаю, что у нас куратор. Я приветствую друга Виктории. Приглашаю вас. Мужские энергии. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Приветствуем вас. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Я очень рад приветствовать вас в этой комнате. Приветствуем. Вы друг Виктории? Как нам обращаться к вам? Да, я друг этого ангела. И я безмерно благодарен вам за тот путь, на котором стоит Виктория. Во благо. Вы можете поприветствовать свою... Если вы нам имя свое еще назовете, чтобы я знал, как вам как мне обращаться к вам, было бы замечательно, уважаемый куратор. Арис, обращайтесь ко мне, Арис. Арис, приветствуем вас еще раз, уважаемый Арис. Арис, мы очень рады, что мы могли помочь вашей подопечной, вашему другу. На настоящем этапе мы видим эти чистые энергии. Она написала очень от души всю свою историю. И мы поняли, что мы имеем дело с чистой душой. Нам было приятно убрать из нее все то, что находилось в ней. Все контракты аннулировать. Она сейчас чистая, открытая перед ней дверь. И очень было бы приятно узнать, что она теперь с этого момента может замечательно еще общаться со своим куратором, который, другом, которого зовут Арис. Я бы хотел донести до нее важное сообщение. Пожалуйста. Я очень прошу тебя, старайся держать вибрации высокими. Старайся учиться этому в
Биороботе, ты прошла долгий путь и получила большой опыт. И ты можешь быть как на черной, так и на белой стороне. Ты видела и то, и другое. Так как твоя душа чиста, старайся держать вибрации высоко. Кто бы ни был вокруг тебя, какие бы флюиды и вибрации ни шли от людей, помни, что у тебя есть твоя сила, твой стержень, твои вибрации, которые выше всего этого и которые сильнее всего негатива вокруг тебя. Помни об этом и не понижай их, не подстраивайся под низкие вибрации людей вокруг тебя. Этим ты поставишь себя в правильный поток, экономический, семейный и человеческий. Получая приятный опыт и этим показывая пример своим детям. Это самое главное, что я хотел сказать. Благодарю вас. Уважаемый Арис, если вы уже здесь, я знаю, как для ангелов самое лучшее, это, конечно, обмен энергией, если на этом этапе это возможно, если вы этого желаете. Вы можете обменяться с ней, активировать ее ангельский стержень, помочь ей дальше. О, стержень активирован. Она как скинула с себя скорлупу, родившись заново. Ее душа искрится и поет. Поэтому я прошу, не отпускай вибрации ниже, чем они есть. Уходя в уныние, всплески или дебош, ругань. Не падай до этого уровня. Замечательное напутствие. Уважаемый Арис, вы не знаете, но в этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, а были их сотни, мы всегда Конечно делаем... Конечно же, я знаю. Вы знаете. Я вы... много раз слышал это. Хорошо. Позвольте вам сейчас преподнести, сделать этот подарок в оригинале. У моих, Верочка, в твоих руках появляются две корзинки. Самыми вкусными, самыми спелыми, самыми сочными ягодами, которые есть на земле. 1, 2, 3. И я прошу Ариса принять эти две корзинки. Одна для него, одна для его друзей, которых у ангела очень много. Чтобы они тоже эту радость разделили с ним. В знак благодарности за эту встречу и на добрые воспоминания. Сейчас получается, что я напросился на этот подарок. Но мне приятно получить эту корзинку от вас. Тогда я бы хотел добавить еще. Пожалуйста. Для Виктории. Я знаю, что вокруг тебя много негатива, но много и позитива. Это твои дети, это я. И будут и другие люди, если ты будешь вести правильный, я бы сказала, образ жизни. Правильный – это когда твое высшее «я» переходит на следующую ступень. А твоя душа развивается и смотрит свысока на то, что ты делала раньше, и смеется, на что ты тратил свою жизнь. Дверь открыта, путь очищен, искра зажжена, скорлупа скинута. Да будет так, уважаемый Арис. А так и есть. Замечательно. От ангела всегда получаешь огромнейший заряд энергии. Мы очень рады, что вы пришли. Благодарю вас. Я знал, что вы придете. Еще в процессе чистки. А я знал, что ты знал. Хорошо. Остаемся на связи, уважаемый Арис. Я уверен, мы еще встретимся. Благодарю. Благодарю вас. Всего доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Виктория, как вам такой сюрприз? Вообще, как вам чистка? Я так и не спросил. Как вы себя чувствуете? Да, я просто в шоке. Он правильно сказал, что скорлупа сброшена. Я как будто вылупилась из яйца, сверкая своими энергиями, которые я вижу, чувствую, и не могу к ним привыкнуть, пока у меня идут слезы. Замечательно, мы на правильном пути. Сейчас мы вас вернем в ваш биоробот назад, чтобы все эти энергии перешли на физический план и сразу приступим к чистке вашей квартиры. И для мне своей... хочется петь и танцевать от счастья. Пойте и танцуйте. Никто вам не мешает.
И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Виктории в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключайся от Виктории.